Дитя скоро родится. Ее ожидает благоденствие. И благодаря ей семья выстоит. Другой выбор. Бабушка, что с тобой? Если тебя попросят уехать из дома в другую страну и начать все заново, ты согласишься? People like us, we don't need to walk in our family's shadows. Даже если мне придется работать, стирая пальцы до крови, мое дитя ни в чем не будет нуждаться. Никогда не оглядывайся. Только вперед.